Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в городе Барнауле. Вот парк у нас такой. И есть такой шар. Он такой единственный в городе. Приезжайте, пожалуйста. Очень интересные сегодня аттракционы были. Но мы, правда, вечером снимаем. Сейчас 6 часов 15 минут в городе Барнауле. Дорогие друзья, смотрите на моем канале Николай Кныш «Путешествие в автомобиле». На ютубе подписывайтесь под мой инстаграм. Хочется пожелать в этот день и поздравить всех детей. Вот он немножко сдувается, видите, как красиво происходит все. Всех детей России с этим праздником прекрасным, а также с первым днем лета. Всего вам доброго.